Всем привет! Снова снимаю видео, как зима не хочет покидать Пензу, Пензенскую область. Сегодня 23 апреля, уже и трава взошла. Я вам вчера снимал, 22-го был, метель была. Снег. Каждый день у нас в Пензе идет снег, каждый день. Сегодняшний день не исключение. Вот. Он идет без остановки. На градуснике не поверите. Плюс 4, плюс 5 показывает градусник. Но все равно снег идет. Не останавливается. Не знаю, почему так снег полюбил Пензу. Вчера я смотрел новости. В Новосибирске было плюс 28, 22 апреля. В Новосибирске. А Пенза намного южнее, и у нас идет снег. Вот он, конечно, сейчас растает минут там через 30-40, может быть, через час. Но на данный момент он идет без остановки. Это вот то, что сейчас нападало, это нападало примерно за полчаса. Вот, крыша теплицы, навалилось снега. Еще раз повторю, 23 апреля 2020 год. Сижу дома, занимаюсь огородом, но природа мне, погода не дает заниматься огородом. Получается, что снимаю только видео в свободное время. Времени полно, так как пока работы основной нету. Снимаю для вас видео. Смотрите. Может, у кого-то солнышко светит, у кого-то уже, как бы сказать, очень тепло в регионе. А у нас зима, нескончаемая зима, никак не хочет убежать. Так, всем пока. Завтра посмотрим, какую боженька погоду нам завтра даст. Посмотрим, какую погоду мы заслужили. Всем пока.